что ж, французские дороги нас приветствуют. А французские дороги платные. Кстати, мы так и не поняли, в Бельгии надо или не надо платить. Во Франции платить 100% надо. И мы теперь будем сейчас брать талончик, тикет, соответственно. Вот, и с помощью уже денежек двигаться дальше. Вот такие вот дела. Франция, пошли платные дороги. Делается все просто. Здесь мы берем билетик. Сейчас нам должны будут выстрелить билетик. Берем билетик и едем. А он нам, так сказать, при сходе с дороги, если мы будем где-то съезжать, мы его в автомат сунем, и нам покажут, сколько нужно денег взять. Характерно для Франции то, что здесь автоматический сбор денег. То есть, либо корзинки стоят, куда монеты надо швырять, либо можно пользоваться карточкой. Но факт то, что живых дяденек и тетенек тут не так много. Итак, мы на дорогах Франции, на автобанах, на автострадах Франции начинаются платные французские дороги. По-нашему, вот можно сказать, что хорошо иметь вот такие монетницы. Такого вида нам бесплатно как бы дали вместе с омывателем однажды в европейскую поездку. Либо какого-то другого, но чтобы монетницы были под руками. Потому что нужна мелочь для расчета за движение. Вот, и из кошелька доставать не очень-то и удобно. А так лежит вот здесь вот под рукой. Все хорошо, едем, когда надо, нужное отсчитываем, кидаем в автомат. Ну вот и настал час расплаты. Так и будет наше путешествие перемежаться. Взятие талончика, оплата талончика. Вот здесь живой дяденька или тетенька сидит, а будут автоматы. Франция. Тут, так сказать, дороги платные. Вот. Зато это Франция. Второй вариант оплаты на следующем посту. Здесь уже нет человека, зато есть автомат. Вот традиционная развлекуха для тех, кто не особо знаком с таким видом расчетов. Борьба с автоматом. Закидывание туда мелочи. Получение чека. В общем, все очень интересно. Сейчас мы этим тоже будем развлекаться после вот этой французской машины. Сначала пихаем чек. Он говорит, сколько денег. Можно или карточку пихнуть, или наличку. Что-то ничего не обозначает. Да, конкретно вступили мы тут с автоматом. Ну, вернее, я что-то вступил, смотрел на один экран, а деньги были на другом. Плюс там еще какая-то полиция к нам подошла, проверила паспорта, спросила, чем занимаемся по жизни и вообще куда едем. Ну, паспорта показали, все в порядке. Ответили, куда едем, они посмотрели. Один из них сказал спасибо по-русски. И мы поехали дальше. Ну, Франция нас приветствует вот таким в этот раз образом. Полиция, автоматы, ну, в хорошем смысле автоматы, денежные. И побережье. Вау.